На портале органов власти Чувашской республики началось голосование за лучший народный логотип столетия образования Чувашской автономной области. Предполагаемые эмблемы нарисованы детьми, и каждую из них можно считать поздравительной открыткой родной Чувашии. Конкурс проходил во всех муниципалитетах. Из нескольких сотен эскизов комиссия отобрала 20. Все логотипы выложены на портале органов власти Чувашии. Голосование проходит до 26 декабря. Ссылку вы видите на экране. Рисунки очень интересные. Дети отнеслись очень ответственно. Видно по рисункам, что детям помогали и родители, и педагоги. Есть рисунки, которые объединяют всю историю Чувашской республики. Есть рисунки, которые создали с помощью компьютерной графики. Очень интересное. Нравится все. Очень сложно было выбрать. Я для себя тоже выбрала логотип, который я считаю, что он на самом деле олицетворяет всю историю нашей Чувашской республики. Победитель, конечно, получит приз, определенный приз. И, конечно, и родителям, и педагогам этого ребенка будет очень радостно видеть вот победителем вот эту работу. И, конечно, в течение года, 2020 года, будет проведен множество еще мероприятий, конкурсов рисунков, стихов, сочинений. Мы приглашаем всех участвовать в этих мероприятиях и стать победителями и призерами.